просить вас ответить на 2-3 моих вопроса. С удовольствием, конечно. Вопрос номер один. Почему 3 последних буквы в названии бренда USA? Потому что этот бренд был обоснован в Америке. И владелец бренда, который сейчас владеет этим брендом, только позже перенесли производство в Европу. То есть сначала бренд он производился в Штатах, сейчас уже производство перемещено в Европу. Самый хороший из последних продуктов, которые выпускает Байкер? Самый хороший продукт? Ну, я бы сказал, Густо. Есть у нас новая линейка, функциональная линейка, называется Protein Густо. Это супы, блинчики, омлеты. Или прямо сама пища? Это сама пища уже, функциональная пища. Ясно. Кто самая красивая девушка в команде BioTech? Ксения Шевелева. А если бы я был из Венгрии? Если из Венгрии, ну знаете, по вкусу очень тяжело. Я понял, на этот вопрос можно не отвечать. Очень тяжело. Слишком много. А из Болгарии? А из Болгарии? Ульяна Ютовска, безусловно. А из Испании? Из Испании? Ну, тяжело ответить на эти вопросы. Да. География бренда какова? География. Наш бренд, наш центр находится в Венгрии. Возле Будапешта есть огромный производство. Парк. Да, там у нас производство, там у нас склады. Офисы у нас в Будапеште, но весь мир мы обслуживаем из Венгрии. В США продается питание ваше? Нет. То есть, пока нет. Пока нет. Дело в том, что мы всегда защищаем интересы наших партнеров. То есть каждый партнер имеет право продвигать наш бренд только на своей территории. А на данный момент мы перестроили весь наш, например, польский рынок. В том числе, когда мы начали этот процесс, мы потеряли огромные объемы в Польше, потому что для нас было важнее построить правильную стратегию. На данный момент, например, в Польше мы обслуживаем непосредственно розничные пункты продажи. То есть у польских, так скажем, дистрибьюторов, у кого есть желание, ну, не по нашей стратегии продвигать нашу продукцию, нету таких запасов, складских запасов, из которых они могли бы обслуживать большими объемами конкурентов. Господа из России, послушайте, что вам сказал руководитель организации BioTech, и послушайте, что нужно сделать, чтобы поляки работали точно так же, чтобы через Калининград не перли продукцию, которая получается дешевле в России, чем если вы напрямую заводите. Это я пожелание тому, кто будет смотреть. Ну, большое спасибо, на самом деле. Стенд красивый, девушки великолепные. Ну, в меру своих возможностей я уже с ними со всеми сфотографировался. Слава Богу, увидимся с ними на чемпионатах. До новых встреч! Привет вам из Сибири!